could be the beauty and I could be the monster. I love you since this morning, now I'm just overstepping. I wanna touch your body, so fucking electric. I know you're scared of me, you say that I'm eccentric. I'm crying on my tears and that's fucking pathetic. I wanna make you always think I wanna fix ya. I wanna be your face like your Mona Lisa. I wanna be your champion, I wanna be your loser. I'll leave a million down cause I just wanna miss ya. I wanna be your sexer, I wanna be your teacher. I wanna be your singer, I wanna be your preacher. I wanna make you love me and I wanna lose ya. Cause baby I'm your bestie and you're my liar. Because I'm the devil, he's a for redemption. And I'm fucked, oh yeah, he's a for redemption. And I'm fucked, yeah, he's a for redemption. I'm a lucky monster, he's a for redemption. And I'm fucked, that guy, he's a for redemption. And I'm fucked, oh girl, he's a for redemption. And I'm fucked, that he's a for redemption. I'm a lucky monster, he's a for redemption. Из-за меня опасно, но типа вот прицепом. Все. Короче, перейти не хочу. Мы с вами восемь. Оставляю 8. 10 секунд. Короче, не я красный. Что, полы? Нет, полы. Блин, мясо, спасибо. Первый игрок, второй игрок, из меня срок минута. Утро города, красный. Понравилось очень много графика, видимо, хорошее место, такие яркие ноты. Будет интересно попробовать сыграть, и очень красиво. Пока.
пока все, спасибо. Поставим рог, третий рог, госпожа Марфаша. Получается, теперь я знаю, за кого я сегодня поиграю одну игру. Спасибо, конечно. Я надеюсь, вы, если черный, не убьете меня. Я очень рада, потому что мне будет легко играть. Я надеюсь, вы поняли, почему, потому что я не поняла, как играть за мной. А мне обязательно сейчас? А только что ты знаешь, что вы нет. У вас просто не было, мы здесь разговаривали, мне поясняли правду. Я не знаю, ничего. Вот, и я очень хорошо играю. Мне сейчас нужно взглянуть, вот, и я могу удержаться. Хорошо. Все, спасибо. Спасибо, третий игрок. Четвертый игрок, госпожа Алина. Здравствуйте. Как по номеру один? Хорошо. Мне понравилось, в принципе. Единственное, что, ну, налегке было. Единственное, я не понимаю, почему вы показали там стрелять три или еще что-то. Ну, типа, ладно, это, типа, я поняла, вы пошутили, а-ля, типа, игрок под... Но на фоне 1, 2, 3, один будет покраснее. Двойка практически никакой информации в стол не внесла, кроме как сказал, что да, один покраснее, понравилась речь. Мне не хватило игрока под номером 2, хотя я знаю, что вы можете говорить хорошие речи. Вот, игрок под номером 3, спорная достаточно речь, она хотела уже кого-то выставлять. Единственное, что ну, мне интересно, кого бы вы хотели выставить, вот, ну, сомнительная достаточно речь, поэтому, в принципе, я играю пока только игрока по номерам 1, где я покраснее, между 2-3 будет игрок по номерам 2, который хоть что-то сказал, а у тройки, в принципе, ну, как бы, у нее была вроде как ровная речь, но очень много спорных моментов, в принципе, для новичка, как бы, ну, могла бы быть нормальная, если бы не было договора. Четвертый игрок, пятый игрок, господин Паладин. Долгую пропорцию, если я не ошибся, то красные начинают с меня собираться, если я ошибся, по-моему, красных, но мне так не показалось. Первый поговорю как-то, ну я не знаю, слишком хорошо на фоне всех остальных игроков, но чего-то прям супер красного не сказал, я не услышал там ночных мыслей какие-то. То есть была заготовка, он ее озвучил, еще больше. То есть один может быть черный, может быть запросто. Несмотря на то, что да, среди вас всех он поговорил эмоционально лучше. Но с первыми пока не заигрывает, совсем с вами не заигрывает. Второй игрок, да, вправду мог поговорить побольше, то есть можно было обсудить и первого игрока, и от себя уже добавлять что-то. А третий игрок, ну, допустим, если вы достали красную карту мирную, то это сложная игра, то есть мирным сложнее играть, чем марки в эту игру. Если вы оговорились так, как оно есть, то, что вы марки, то легче будет нам мирным, потому что вы там, может, промахнетесь, может быть, мы вас быстро найдем и так далее. В общем, не играем ни с кем, сам игрок красный, дальше с меня собираемся, ты говоришь, что ты злы. Вы говорили то же самое, что и я. Ничего страшного. Но вы с первым заиграли, а я нет. В этом есть разница. Привет. Меня спросила пятый игрок, шестой игрок, господин Валюк. Ну, не знаю, у меня счет по сомелье 5-0, то есть, когда он красный, я его находил, и, то есть, 5 раз я его находил красным по одному моменту, поэтому он мне сейчас не понравился, поэтому я подозреваю 1, подозреваю 5, который не сыгрался 1, вы не сыгрались 1, но вы могли разудержаться, но он когда проснулся, он спросил, ну что, я говорю, черный, ну, то есть, он просто спросил, я говорю, ну что, я говорю, черный, поэтому вы могли построиться. Поэтому я играю пока 2-4, на этот круг проверка 3 или 5, 5 красный, я буду доказывать, что я красный, правильно? Спасибо, шестой игрок, седьмой игрок, госпожа Мизинчик, минута. Доброе утро, город. Мне не понравилась речь двойки и четверки. Я думаю, ну что за черные. Я проиграю, наверное, тройкой и пятеркой. Для меня это речи красных игроков. Единичка. Мне не очень зашла речь. Но я пока не дам ему цвета. Ну все, спасибо, седьмой игрок. Восьмой игрок, господин Рубенко. Доброе утро. Город уже более-менее не могу сказать, что происходит. Я пока не играю с Нечкой, как раз его речь, ну, как раз. Как
прям никакой информации не сказал, но в принципе я помню, согласен с речью четверкой, потому что тройка непонятна, и я ее больше выставлю. Ну, точно это черная, а с черным. А пятерка не понравилась ваша речь. Она какая-то была, типа, прям вот на всех наехал одновременно и без обоснований каких-либо. А шестерка тоже, в принципе, не понравилась, но больше красный такой. Чуть-чуть сыроватый. А семерка не понравилась вообще, потому что она типа сразу на тройку и на пятерку. И типа как раз мне эти игроки не понравились, она с этими игроками сразу начала играть и не обосновала по факту тоже никаких нормальных обоснований, потому что мне единичка не понравилась. Время. А, двойка. Спасибо, восьмой урок, пятый урок, господин Зимонов. Доброе утро, город. Что могу сказать, в принципе? Для начала, не знаю, я подозреваю игрока номер 2. Я бы хотел, чтобы шериф проверил игрока номер 2, игрока номер 3. По поводу речей, не знаю, игрок 1 нормальная речь, хорошая. То есть человек объяснил, почему он пауза сидела. То есть все четко, нормально. Вот. И, в принципе, что могу сказать по поводу того, что есть время. У меня боль, душевная боль, могу только потому, что я заколебался каждое утро в Гигадвор и постоянно вытирать мою машину от этих птичьих какашек. Я тупо заколебался каждый божий день. Я выхожу утром, беру салфетки, сейчас это вытираю, потому что машину мою всю обмазываю. Это просто дурдом какой-то. 4, 5, 6. Ну что мы можем сказать, 6, 5, 4, в принципе. 10 секунд. А все, да, спасибо. Короче, я подумала, что 1, 4, 6 мало махов. Я думала, что единица может быть черная, потому что это слишком легко. Но игру по географии взял команду 2-4. Ну, вам надо было брать единицу, понимаете? Единица между 2-3 может быть один черный, потому что они поговорили объективно плохо. Поэтому так, я бы поискала черного где-то между игроками 5-7, потому что 5 это клевый игрокам, и 1, и 2, и 3, и 4. Нет смысла их втыкать. Мы можем их либо проверить, либо найти потом по счету. Потому что ребята не так давно играют. Если они плохо говорят, они, значит, плохо говорят, не потому что они выкинули черную карту. Мне показалось, что ты вообще что-то проговорила по поводу. Мне стало легко играть, потому что не знаю, как играть за мафию. Потому что, соответственно, ей проще, потому что она знает, как играть за мирную игру. Типа, это такая логика. Сев вообще слила свою речь, Дель поговорил просто ужасно про какие-то какашки на фоне этого всего. И 8 может быть красным. Время. Мяг, спасибо, 10-й игрок. И так никто не был выставлен, поэтому наступает ночь. Все спят. Может быть черным, это прям 100%, я уверен.
Нет, кстати, я подумал, что он может быть шерифом, потому что он не взял меня чисто потому, что я сказал, что я не хочу. Я думал, он что-то из-за этого, он поэтому показал, что я не шериф. Седьмая, думаю, черная. Вот между 5-6 точно один черный должен быть. И 2 должен быть черный. 8, 9, 10, красные, 4 красные. Вот, 8, 9, 10 красные. 3 может быть красные, 4 красные. Мяу, спасибо, первый игрок, открываете стол. Второй игрок, открываете стол, господин Назарук. Да, мы друг с собой. Как-то так. Сильно слабовато поговорил. Потому что мяу, я не могу рассказывать. В общем, я думаю, что 3-7 для меня команда Маку. Я бы еще девяточку выставил тоже, кто номер понравился. Несмотря на то, что 10-го игрока. Вот сейчас получается стоит он 10-5. Буду слушать, типа, вот, по поводу игрока 4. Для меня команда Маку надо 3-7 за 9. То есть у нас, в принципе, 10-го, это четверка. Четверка делала мне команду. Вот, я думаю, на 7-го, на самом деле, мне вот 7-го вещь максимально выдаёт. Она там берёт команду тройку себе, тройка вообще помню, как повыла, помню, так себе начинается. Вот, потом я хочу выгонять 7-го, пусть выставляю 7-го, вот, наверное, можно 7-го. Ну, спасибо. Спасибо, второй игрок, третий игрок, это Маслаша. Я пока что не совсем понимаю. Второй я еще не точно вижу, мал или нет. Десятый, я думаю, что это нежный. Девятый, скорее всего, нежный. Я просто не знаю, как вы играете. И думаю, конечно, уже очень хорошо можете обманывать. Также четвертый, я думаю, что нежный. Почему-то мне хочется 6 выставить. Но буду, скорее всего, выставлять 2. Что делать? Что что у него черные 3, 7, 9, ни пятерки, ни десятки в этих командах нет. У вас проблемы за это? Я не знаю, смотрите, игрок по номерам 5. Если вы шериф, получается, двойка почему-то именно ставит, то есть выставляет на голосование тех игроков, которые вы ему говорите. Это странно. Вот. Я пока не знаю. Мне, в принципе, я не знаю, какая у вас проверка. Проверка игрока по номерам 5 по нулю за то, что вы не заиграли ни 1, ни 2, ни 3, ни 4, могла идти. Могла идти. Спасибо, четвертый игрок, пятый игрок, господин поводитель. Я в ноль не сыграл ни с кем здесь, не сыграл с шестым игроком, и показал, что десятая черная. Какая у меня проверка может идти? Ну, с какого перепора? Какую информативность она несет? Я пойду вас проверять, разберемся. Вас не проверял, просто кинул. Я посчитал, что нельзя посчитать, что один по один вместе. Правильно? Ну, я так подумал. Поэтому я закинул на лавку, вы как-то плюс-минус неплохо отреагировали. Хотите, смотрите, голосуете куда-то хотите, или вы не ко мне. Попробуем следующий группам что-то доказывать. Вот. Первый уходил, сказал, что типа, идея красный. У меня проверка красная. Смотрите, у меня проверка по 8 игрок красный. Потому что он давал свет 7 игроку, и первый, я думал, может быть какая-то динамика, что типа спрошу, кто 7, там того плюс стреляем. Он это спрашивал 8 игрока и у 10. Подозревал 10, поэтому пошел проверил 8 игрока, он красный игрок. Вот. Поэтому пока я имею. 8 красный. Оставляю 10. 8 красный. Время. Спасибо, 5 игрок, 6 игрок, господин Марисунота. Смотрите, я сейчас по шерифам не буду голосовать, это точно. Почему? Потому что
красных обычно. То есть я пока не уверен, что между 5-10 там больше шри. Но пока склоняюсь к 10 игроку. Почему? Потому что 10 сыграла в команде 1-2-4-6, да? 1-4-6, поэтому пока так. Ну, то есть она сыграла со мной, пока я к ней склонен, то, что она шри. Но я, если у вас будет какая-то еще, ну, то есть какая-то информативная, ну, то есть информация, я вашу тоже версию смотрю. Но второго игрока, почему я сейчас хочу второго выгнать? Потому что у него 9-й черный и 7-й черный, правильно? То есть он выставил 9, первый сказал, 9-й красный. Второй выставил и еще 7-го игрока хотел. То есть второй прям сильно разобрался, кто у него черный игрок. Я не разобрался. Поэтому я хочу сейчас выгнать второго игрока. Блин, у меня спасибо, шестой игрок, седьмой игрок, госпожа Мелизинчик. Думаю, утроборец, соглашусь с номером 6, пока не буду раздавать цвета 5 и 10. Мне это делилось, кто идет на шериф. Для меня два, выставляю два на голосование. Тоже черные, как мне большинство. Три раздала свою команду. Почему? Я думаю, что на матче я должен. Не знаю, чувствую, что она на матче. Шестерка, да, когда покраснился, очень долго ничего не рассказать. Для меня девятка красная. А вот девятка, только десятка. Спасибо, Семен Брок, По поводу двойки я скажу, что совсем, потому что, да, это черный игрок, но по факту, если причины выставить семерку и девятку, если какие-либо планы, по поводу двойки, думаю, красная, скорее всего, это хорошо семерка, поводу семерки я сейчас уже не уверен, по поводу шерифа, по слушанию десятку, потом уже на следующем кругу буду более-менее знать. Ну, более-менее уже кому-то буду склонен. По поводу шестерки, пока есть хорошая речь. Ну, для меня хорошая, так само, как и у четверки. Ну, скажи, как я играю с шестеркой, с четверкой, я, наверное, больше в сторону десятки, а с пятерки, скорее всего, черная. Ты видишь? Есть такой. Девятка, пускаемся, значит. Спасибо. Спасибо, Шмашрок, девятый игрок, господин Зима, минута. Так, получается, первую игру я не говорю, с кем я играю. Какая ситуация, да, игрок, который убитый номер один, он сказал правду, я красный. Я так понимаю, что у нас за столом есть два шерифа, правильно? Игрок номер 5 и игрок номер 10. Да, вот. И нам нужно будет понять, кто из них настоящий, кто из них просто отдел формы, так сказать. В принципе, счет игрока 2 осталась, я думаю, что надо будет выгнать его. Я сыграю сегодня с игроком 6, номер 7, номер 8, то есть они для меня красные. В принципе, я здесь только что прошу шерифа, проверьте, пожалуйста, меня и проверьте, пожалуйста, игрока номер 3. Потому что, в принципе, что не проверяйте игрока номер 3, не проверяйте. А, он красный? Ну ладно, хорошо. Ну я просто хочу убедиться. Я хочу убедиться в том, что он реально красный игрок. Пусть они себя проверят меня, вот, и потом уже у меня есть такой планчик, потом уже я буду уже понимать игрок номер 3. Он либо красный, либо черный. Ну, игрока номер 2 надо убирать, да, я ставлю игрока номер 2. Это уже мысли, правильно? Вот, у меня все, спасибо. Я хочу вам объяснить одну вещь. Если вы голосуете в игрока по номеру 2, то вы отлично соглашаетесь, что десятка колеса. Потому что и команда 2-5 существует в этой команде, последний черный уже доказали 7-8. Если мы говорим про игрока по номеру 5, почему я пошла его проверять, он сам озвучил на своей речи, что не заиграл никого с игроками 1-2-3-4, он пришел там много мапов, десятку назвал черным, соответственно, у него красные игроки 7-8 лет, и все остальные черные. У парня поле паханное просто, он может показать пальцем на любого, сказать, что он черный, а потом сказать, что он разобрался в этой игре. Я предлагаю голосовать на второго игрока. Потом вы будете разбираться с комиссарами. Моя черная команда, вероятнее всего, 2-5, потому что 2 не пыталась разобраться, кто шериф, ничего не сделал за этим столом, если был 10-й игрок. Я на тот момент уже скинула жетон, я на тот момент уже скинула с комиссаром. Он не мог этого сделать. И последний черный между игроками 7-8.
Если вам нужна проверка восьмого игрока, хорошо, вас нет смысла проверять. Никто вас не атакует, никто вас не видит. Вероятнее всего, игроки там деньги красные. Дрен, спасибо, десятый игрок. Итак, мы прекращаем любую жестикуляцию агитацию. Любую. На голосование выставлены две кандидатуры. 10-2, 10-2. Убираем руки с игрового стола. На голосование две кандидатуры. 10-2, 10-2. Итак, 10. Кто голосует за 10-го игрока? Спасибо, это одна рука. Остальные руки летят на второго игрока. Второй игрок крайний. Да, ну, в общем, я ухожу мирным игроком. Да, поделил свою руку, согласен. Я бы не знаю, тут сейчас я еще, в общем, красным поделюсь. Спасибо. Согласились на то, что у пятерки должна быть проверка 4. А если вы говорите, что 4 красные, для вас зачем вам проверять игрока по номерам 4? Это вопрос. А потом перед засыпанием вы показали, что 10 черная. Я думала, что это может быть либо отстрел, либо что, но я не знаю. Ну, то есть я не понимаю, почему вы десятку черной дали. У нас, я верю шерифу игроку по номерам 10. Она шериф за этим столом. 5 должен быть. Спасибо. 4-й игрок, 5-й игрок, извините, 1 минута.
ушел пятый, где не должен, потому что у него ушел второй игрок, где который сама ума в боевой версии. Ушла на. Теперь мы можем выиграть 4, потом разыграть второй раз баланс противовес. Поэтому не надо рассказывать, что должен идти пятый. Вот пускай 4 на голосование. Я думаю, вы красный, потому что она деструктивала проверку в вас. И поэтому я думаю, вы красный. Она хотя говорит мат между 7-8. У меня 8 проверенных красных, вы у нее получаетесь матом. Поэтому вы голосуете в игрока номер 4. Да? Меня не знает. Так вы мафия у нее. Значит, она права. Значит, вы ошибаетесь, едете не туда. У нее ушел второй игрок черный, ушла она. Два мафа за столом. Мы можем потерять четвертого, а потом сыграть обратный баланс, там противовес уже в меня. То есть и ну, мирно не проиграют этого повода. Понятно? У меня в ноль проверка не шла никак. Потому что я не заиграл ни с кем, у меня только 7-8-9 красные остались. Поэтому я никаких цветов дать не мог. Проверка 8 очень дала цвет, игрока по номерам 7, когда он потом сказал, что 7 не знает, что 7. Что это за вопрос? Время. Спасибо, пятый игрок в духе. Шестой игрок, господин инвалид. Ну, смотрите, выставляю 4. Поддержанного. Почему я показал 10 черным? Это для того, чтобы для пятого игрока, если пятый маг, чтобы он потом не нарисовал команду 6-10. Ну просто не нарисовал команду 6-10, я бы точно был бы красным игроком за этим столом. То есть, ну, сначала сейчас 4, у 10-го точно ушел второй черный. Точно ушел второй черный. Поэтому сейчас у пятого игрока точно уходит четвертый черный. Потом мы берем пятого, а потом будем разбираться между 7-8. Да? Шестой игрок, седьмой игрок, госпожа Мелинчкина. Не знаю, проверю игроку 10, что мы шли. Это не верю, не верю. Мы можем четвертого убрать и не проиграть. Четвертого? Угу. Вам стараюсь пальцем буду. А какие у вас проверки будут? 8, красный. Почему никто не подозревает меня на 9? Тишини, ты же дальше будешь. Один поговорил, что 9 красный. Ну что, это было начало игры, он же не может никак знать, что 9 еще толку ничего не сказал. Ну ладно, я буду голосовать за номер 4, противовес. Дальше посредством. Спасибо. Спасибо, седьмой урок, восьмой урок, восьмой урок. Ну, я вообще не понимаю логику. Ну, типа, я думал, что седьмой игрок черный, пятерка черный. Я не понимаю логику шестерки, потому что, ой, пятерка, десятка привез то, что он шериф, и ее убили. То есть, скорее всего, а зачем ей было это делать? Типа, по приколу, типа, это странно очень. Типа, если она красная, то, типа, игра-то против города, то есть, ну, полматывал городу мозги, чтобы он думал, о, это же десятка шерифов и тому подобное. Mm-hmm. Зачем? Ну, если она была красная, я не убью. Это логично. А, во-вторых, я бы сделал так, как бы, ну, убрал пятерку для противовеса, mm-hmm. потом бы убрал, чтобы убрал и меня, а потом уж ты. Почему? Ну, потому что я у вас красный. Я у вас красный, а у кого-то будет черный, я даже не помню. Нет. Ну, тогда семерка, а потом, если уже нет, то уже нет. То не суть. Короче, я... Блин, ну, спасибо, восьмой игрок. Девятый игрок, господин Немал. Так, ребятки, ситуация на троечку. Ладно, давайте разбираться. Я так понимаю, что игрок номер 4, я так понимаю, игрок номер 9, мы понимаем, что все-таки десятка была реальным шерифом, которого убили. Вот, в принципе. Тогда получается, игрок номер 5 у нас отделки нет просто мимо кассы, поэтому нужно будет его убрать. Это правда. А, насчет игрока номер 7, я не знаю. Я не знаю, как бы, ну почему-то мне. Я даже вообще. Ну, попробовать можно сказать, что она мафия. Вот почему, типа. Я не знаю. Ну я нет, для начала надо убрать. Я хочу видеть, что можно сказать, это точно. Игрока номер 5 мы убираем, скажем ему до свидания. В принципе, потом можно поговорить, чтобы потом поставить на слайде, пусть игрок 7 поговорит больше. Я хочу понять, что... Да если два красные игра заканчивается, я вот когда ухожу. Ну все понятно, ставлю игрока номер 5 на голосование. У меня все, спасибо. Спасибо, девятый игрок. Итак, мы прекращаем любую жестикуляцию и агитацию, убираем руки.
кандидатуры 5-4, 5-4. Итак, 5. Кто за то, чтобы Ровостов покинул пятый игрок? Спасибо, это большинство пятых игроков. Ну, блин, второй красный или черный? Ладно, значит, второй мало ушел сегодня. Короче, то, что вы наговорили, наделали, это... Все, не показывайте мне, не показывайте. Она мне мешает, можете ей пол поставить, она мою зону лезет. Значит, второй игрок ушел ма. Четвертая проверенная черная. Могли убрать четвертого игрока и точно не проиграть. Я вам дал бы еще какую-то проверку. Вы проверенный красный, понимаете? А вы хотите вставать в баланс со мной. Ну так не бывает. Шо? И шо? А, то есть вы потом будете вот после игры удивляться, когда вам скажут, что десятая мара. То есть вот так. А что так можно было? А что? У вас седьмая черная. И я думаю, что она черная. Я думаю, шестой красный, потому что четвертая мама просила в него проверку. Вы, короче, играете в какой-то баланс, но непонятный. Правильный баланс? Убрать 4 потом, блядь, и у вас один мат останется. И у вас будет лишняя проверка от меня. А так у вас сейчас ничего нет. У вас есть четвертый мат. Все, игра продолжается, вы играете четвертого и угадываете по себе потом мат. Блин, спасибо, спасибо, когда это на что в городе. Типа черного игрока. А потом будет отстрел, и, ну, то есть я... Я просто не понимаю, ну, я просто не вижу команды 5-7. 5-8. Сейчас вы убираете только 4, потом отстрел, и потом будете слушать там речи, и только на угадайке каждый выставляет каждого игрока, и будете вы там выбирать, кто из них больше черный. То есть, ну, мое мнение, что больше, ну, черный 7. Есть секунд. Все слышали? Черный больше 7. То есть, если снимаю, будет сидеть на угадайке, больше 7. Спасибо, что стоит. Знаете, на что? На сегодня день этого четвертый игрок, госпожа Линда, кандидатура ПАС. Седьмой игрок, госпожа Мизинчик, минуту. Я выстраиваю 4. 4. Номер 3, где у меня до сих пор красная, 8-9, где я больше думаю, что 8 красная, черная. И выставлять 8. Почему тебя выставила в противовес? Дальше на угадайке, либо реально. Раз меня убирают. Потеряна в этой игре. Спасибо. Спасибо, седьмой игрок. Восьмой игрок. Пятая минута. Все, я понял, не закрываю. Да, я согласен, то, что про типа место выставить за четверку, потом на семерку, а потом уже посмотрим. Почему? Ну, потому что, ну, типа, я не вижу логики, зачем четверку убирать. Ну, на саке запасный, хер его знает, что может быть. Фол. Спасибо. Спасибо, восьмому уроку. Вы не выражаете, поэтому у вас три хвала. Ага. На следующий круг. Девятый игрок,
Ситуация, ребята, конечно, не то на троечку. Я бы сказал, на копеечку. Слушайте, а давайте выкинем игрока на три. Серьезно? Нет? Хорошо, окей. Значит, мы думаем, да... Да подождите, 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 сейчас договоримся. Подождите. Значит, мы думаем, да, что, допустим, игрок 4 красный, да? Вот, либо черный. Я запутался, не понимаю. Шарик? Десятка, шарик. Это был погодный дел зря. Значит, в принципе, тебя убираем сейчас. Ты, а, ты красный. Ну то давайте выкинем тройку, ёпта. Проблема черная. Что, голосовать, да? Не знаю. Так, игрок номер 7. Не знаю, если игрок номер 7 мафия, там будет тебе стрелы, там что-то говорили, да? Кого убираем-то? 10 секунд. 8, что ли? Я ставлю 8 голосований, окей. У меня это 8. Где мясо себе девятый игрок, мы и так не выражаемся, у вас три пола, будьте предельно аккуратны. Третий игрок, вы закрываете стол. Госпожа Марфуша, не знаю. Марфуша. К такому жизни я не готовила, а когда я выстрелила в конце, я могу передумать на голосование, потому что я в конце действительно поверила игроку по номеру 5. Я удивлена, почему вы хотите меня слить. Это очень странно. Так, почему-то мне кажется, что мафия осталась... Сколько осталось мафии? Два, да? Получается, я думаю, черные это 4. Если какого меня выставлять, это странно. И почему сливать его за 8-го голосовать, я не вижу смысла. Поэтому сейчас я ставлю его на 4. Блин, спасибо, третий игрок. Итак, мы прекращаем любую жестикуляцию и агитацию, убираем руки с игрового стола. На голосовании выставлены 3 кандидатуры. Мы не жестикулируем. На голосовании 3 кандидатуры. 7, 4, 8, 7, 4, 8. Итак, 7. Кто голосует за 7-го игрока? Спасибо, это 0. 4. Кто голосует за 4-го игрока? Спасибо, это 0. Пока остальные руки уходят к 8-му игроку. 8-й игрок, крайне. Почему? Потому что, ну, вначале я хотел бы дисбаланс, я вспомнил, почему у меня надо вынуть. Потому что десятка хотела меня на проверку, и она сомневалась. Поэтому. И я бы сейчас, если мы жители выиграем, вы выиграем, то я семерку выгонял, и все, и скорее всего выиграем. Что, не выиграем. Семерка? Ну, а, вы вдвоем, да, иди. Спасибо. Спасибо, мой игрок, спасибо. Давайте, рефлексируем. Пиздец. Не включать пока, у меня будет больше времени. Ну, короче, мафия имеет пистолеты. Она может стрелять. Мафия она тоже может стрелять. Поэтому если человек отстрелился, все. Ну, это не обязательно очень прям красный. Второй момент. Вы второго заголосовали всеми руками. Второй должен быть красным, вы должны были это озвучить. Потому что вы красный и типа все руки собрали. Пятый нашелся шериф, ему еще в ноль я его нашел. Я ему сразу показал, что я не шериф. Он не заиграл меня только потому, что я сказал, что я не хочу пилиться. Поэтому пятый шериф, я это озвучил. Я не думал, что десятая вскрывалась она уже по, ну, типа шерифом, она не поставная колонна, моя речь убьена, что пятый не красный. Короче, смотрите, пятый сделал проверку, десятая ушла. Вы считаете, три мафии за столом сюда? Три мафии за столом сюда. Десятая отстрелилась, она второго выиграла. То есть вы по-любому должны были брать четвертого игрока, который не скрывался шерифом. Ну, не обязательно. 3-3 у него бы не наступило, но он убил второго игрока. Она сказала о том, что 2-5 черные игроки.
Два ушел, уходит проверка черного у него. Все, я даже не смотрел на черного. Да, в общем, действительно, вот особенно второй круг я очень плохо поговорил. Но я по нулю плюс-минус тоже подумал, что пятерка может быть комиссаром, потому что он назвал, в принципе, красным игроком, но ни с кем не подбирать. Для меня такой был мальчик, что он шериф, поэтому когда он слышал шерифом, я сразу показывал на 10-го старта, такой, все, старт 10-го, старт, я потом, только потом заметил, что 10-й тоже, как бы, сказать, что он шериф. И вот, в принципе, нашел самого мага. А так сказал относительно, когда за меня на шоу голосовали все, я думаю, ну, не знаю, действительно, если, то есть меня выгонять нужно было. Я думаю, я как реально сыграл очень плохой красный, поэтому мне это надо выгонять на факт вести. Вот, поэтому, ну, постараться в следующий раз. Спасибо. 10 минут после стрела, либо после того, как вас выгоняли, вы сами тоже говорите, что спасибо. Госпожа Матваша, я поверила пятому, когда пришла эта экспрессия. Как такое можно сыграть? Можно? Сейчас Рилем послушаю. Ладно. Ну, прям я очень поверила. И я удивлена, что зима свела просто игру в конце. Вот. Ну, и я думала, что мы выиграем. Ну, очень интересная игра. Спасибо. Мафия — это командная игра, поверьте, ваша одна рука ничего бы там не решила в игроке по номерам 4, потому что с вами бы не поставил игрок по номерам 9, с вами максимум поставил бы игрок по номерам 8, а две руки — это не решающие. В данном случае решающие были только три руки за столом, а мы купили игрока по номерам 9. Ну, все, как бы. Смотрите, на самом деле сыграть за столом можно все что угодно, главное — настроение. Вот. Поэтому, в принципе, баланс мог бы разыгрываться, то есть выгонялся бы игрок по номерам 5 и игрок по номерам 4 на следующий круг действительно должен был бы уходить. Игрок по номерам 8 никогда не ставьте руку в себя. Вы знаете, только вы знаете, что вы красный игрок, вас могут найти красным игроком, но вы никогда в себя не ставите руку. Вы поставили в себя, хотя вы могли как минимум с третьим игроком поставить в черного игрока, и, возможно, бы одна рука нечаянно полетела бы от седьмого игрока, который выставил игрока по номерам 4. Спасибо, госпожа Линда. Пятый игрок, что никогда так победил. Холодин. Лива, может, слова подобрал какие-то неправильные. То есть, да, у нас была возможность разыграть еще раз баланс, потому что десятый утверждал, что второй игрок черный. То есть, десятая за столом утверждала, что второй игрок черный. Можно я поговорю? Поговорите потом. То есть ушел второй, ушел десятый, ушел четвертый, ушел пятый. Не наоборот. То есть уход четвертого вам что даст? Ничего. То, что я посижу, я вам дам еще одну проверку, любую. То есть у вас будет дополнительная информация. То есть, ну как по мне, играется так. Если есть возможность, уходит игрок не шериф, а потом уходит шериф, даже если он маф. То есть я что-то вам скажу на стол. Потом я вам говорю, вы проверенный красный игрок. Вы говорите, уйдет пятый, потом я уйду в баланс. Я скажу, ну, вот именно так как-то думал. Потом, когда вы определились, что четвертая краснее, чем вы, и проголосовали в себя, это был, конечно, тоже, я не знаю, какой-то феерический момент. Вот, в записи, кстати, видно, когда 10-й не шериф, когда вот это, о, а лучше так можно было? То есть, вообще, игра хорошая была, интересная, вроде было понятно, кто мафы, но как это сюда нести до города, лично я не нашел, как это сюда нести. А так, маф, молодцы, хорошо сыграли, победили. Все, круто, спасибо, классно. Спасибо, господин, молю, что вам стрелили первого. Да, стрелили первого. Первым ошибся. Смотрите, есть, ну, то есть есть игроки, которых отстреливают. Их не просто так отстреливают, и они что-то говорят. То есть, ну, как бы от них нужно тоже отталкиваться. То есть то, что они говорят, и тоже надо, ну, как бы, ну, тоже их мнение. То есть ваше мнение одно, и мнение еще отстрелянного игрока. Почему? Потому что, ну, мафия понимает, кого надо отстреливать. То есть, что он может там или бояться, или еще что-то, ну, поэтому она была сырая 4, а 7 была двусторонне проверенная черная. Почему? Потому что 5 говорила 7 черная, и 10 говорила, что между 7 и 8 последний черный, понимаете? То есть, а вы поставили в себя руку, ну, ничего страшного, бывает, поэтому, хорошо, все, спасибо. Госпожа Мили, как вам удалось выиграть? Не знаю.
была интересная. Я думала, что мафия не победит. И была очень внимательная за игрой, я прям думала, все закосячу. Ну, вроде нормально. Все, что мне надо сказать. Спасибо. Спасибо, Андрон, господин Татта. Что я не хотела? Логики еще. Я просто типа такой думал, десант, это вряд ли, навряд ли. Ну, типа, я знал то, что, типа, маг может себя застрелить и подобное, но я, типа, не знаю, подумал то, что, да, не, почему, ну, это такого не будет. И это моя была жесткая ошибка, и это была ошибка, а вторая была ошибка, то, что не поиграл в дисбаланс, то есть, что надо было четверку, но я из-за то, что я поверю ей больше, и поэтому я не сыграл, и теперь в следующий раз буду всегда играть, то есть веру, не веру, вообще по херу ставлю и точка. Не используйте это слово, иначе вас подмут от 4 слова. Ну, сейчас подмут. Это уже не первый раз. Цель уже не первый раз. Он в игре это сказал. Да, да. Не первый раз меня поднимают по хвалам, по этой кафе. В антикафе, там я два раза поднимал из-за этого. Из-за этого слова. Да, именно из-за этого слова. Время, спасибо. Видите, мы лучше бы не поднимали. Пока. Так, господин Зима, что вам не хватило для победы? Стыдно. Стыдно, что повелся. Ё-моё. В принципе, что можно сказать? Не, ну, в принципе, игра хорошая, мафия красавца, в принципе. Лига просто снимаю шляпу перед вами, потому что так сыграть. Просто, как божественно. Извините, а как так? Я повелся, я не знаю, стыдно, стыдобище, говорю, стыдно. Нет, я рад, конечно, я, ну, конечно, рад, что мафия выиграл, хотя я был мирным. Это правда, но игрок номер один был прав, я реально был мирным. Вот, я поверил, что шериф десятка и пятерка, но тут сорянчик. Сорянчик, косячок мой, не спорю. В принципе, ну, я думаю, что игра классная была, так что остался доволен. Хоть стыдно, но остался доволен. Спасибо. Спасибо. Спасибо, Зипа. Как вам удалось победить? Я считаю, что позиционно город сыграл правильно и правильно разбирал баланс. В команде мирных игроков по версии мафии ушел второй игрок. Это одна линия игры. Второй игрок черный. Это одна команда. Я игрок черный со второй команды. Я ушла. Одна команда, вторая команда, должна быть еще одна команда. Следующий ход игрока под номером 5, а не 4. А после ухода пятого игрока четвертый игрок. Да. Типа, ты уходишь, четвертого нет смысла. Если два черных поверха есть за столом, тогда уходит четыре, а не пять. Суть не в этом. А в том, что если вы не определились с рейтингом, вы разыгрываете баланс, то уходит игрок из противоположной команды, не из одной. Один игрок ушел, я противоположная команда второму игроку, я ушла, потом пятый, противовес пятому, четвертый игрок. А если вы говорите о том, что, ну, типа, тут надо было... Ужасно, потому что ты сказала, что у тебя три мафии за столом, если ты уходишь, наступает три фигера, даже не рассмотрел, что я умерла черная. Как можно так на эмоциях сидеть? Все, спасибо, госпожа. Я понял, что он шрифт. Я так скажу, если ты хочешь вам сказать, заметьте. Госпожа Риги, послушай. Когда стреляются сильные игроки, госпожа, это не боятся. Победа не пахнет. А что, и так можно было? Да меньше разговаривать.
разговаривать. Я только так и ставлю. А ты останавливаешься, что ли? Да, смотри, кому можно простить, мах оставляешь, кому нельзя, пожалуйста, поднимаешь. Я его буду поднимать. Все. Она меня за любой будет поднимать. Я всех поднимаю. Я нажать на штуку, да. Нет, ну тебе уже перевели. Они же ответы. Мы не знаем. Еще дальше я буду. Я вообще сплю. Какое слово в психике? У меня три. Все, пока. Да, можно я как первая цель не стану? Да, попробуй. Я хочу с Симой в столу поиграть. Она не отвечает? Или это только мне она не отвечает? Ой, как это классно звучит! А я тебе говорю, что не лезет. Он не стрелял на то. Я нашел его комнату. Так, те, кто... Пол точно комнату, потому что он не заиграл.